Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Татьяна Кравченко – это известная актриса, которая начинала карьеру с работы в театре. На ее счету много ролей в кино, но широкую известность 65-летняя артистка получила после съемок в сериале «Сваты», сыграв роль Валентины Будько. Кравченко признается, что довольна работой в сериале, хотя за ее плечами были съемки и у именитых режиссеров. Ее ничуть не обижает, если на улицах города ее называют Валентиной. Цитата. «Конечно, мы похожи. Обе заводные, шумные, обе по происхождению украинки. Кстати, походку и манеру разговора я скопировала у своей мамы. Когда признаюсь в этом, она ворчит, что вовсе не такая, мол, она городская женщина, а Валюха – деревенская», – говорит Кравченко. Ей очень понравилось работать с коллегами по проекту, среди которых Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Даниил Белых и Анатолий Васильев. Кравченко приходилось терпеть ограничения ради роли, но ее это не смущало. Цитата. «Я каждый раз очень ждала новых съемок в «Сватах». Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», – рассказала Татьяна. Кравченко, урожденная Яковлева, родилась в 1953 году в Донецке. В 10 лет будущая актриса узнала, что отец на самом деле ее отчим. Случайно увидела справку об удочерении. В 1971 году мама отпустила Татьяну в Москву. Женщина сама мечтала стать актрисой, так что не препятствовала дочери в получении творческого образования. Много лет актриса посвятила служению в Ленкоме. Именно в тот период она и сменила фамилию. В театре было немало Яковлевых, поэтому Татьяна и стала Кравченко. Звезда работала с известными режиссерами, которые многому ее научили. А кто из героев сериала «Сваты» вам нравится больше всего? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!